Всем привет! Меня зовут Богдан, но для друзей просто Бига. В этом видео я поделюсь своим впечатлением о новых куклах. Оставайся вместе со мной, подписывайся на канал и ставь лайк. А мы начинаем! Вышла вторая серия LOL Surprise Twins! Подросточки, какие они милые и яркие! В новую серию вошли Ая Черри, японочка-анимешница-школьница. Такая кавайная, элитный клоун. Чем-то напомнила мне Кэндилиш из моей коллекции. И зовут ее Лекси Гурл. Не девочка. Пранкста, уже не смешно с твоих пранков. Это мой стиль Хараджуку. Я здесь главная сластена. Шоколадная отличница в очках и на роликах. Грейси Скейтер. Для эксклюзивной семейки домашних лол. Next Door. Мы ждем тебя, сестричка. И последняя куколка Барби. Это Голди Твист. Для малышки Гоу-Гоу. Кстати, вы заметили, что куколки находятся не в блайнд-боксах, точнее, не в сюрпризах. Теперь надо будет дополнять их образы аксессуарами, и сразу видно куколку. Да уж, кто захочет из родителей покупать кукол с такими мордашками пучеглазыми? Ну, кажется, уже привыкли. Следующие фэшн-куколки из клуба противоположностей. И, друзья, сильно не удивляйтесь, это LOL OMG, а не Bratz. Просто их не узнать без сюрприз-коробок. Если честно, мне бы не захотелось покупать куклу с таким угрюмым видом, и когда сразу видно их пучеглазую мордашку. Это пацанка Skater Park QT. Смотри видео до конца, чтобы узнать, на кого она похожа из певиц. Йоу, это же рыжая бесстыжая, моя сестра Скейти. Хочу покататься с ней на скейте. Противоположность пацанки Skater Park QT – это трендсеттер, создательница трендов. И что-то она не похожа на свою младшую сестру-принцессу, больше на малышку из рокерского клуба. И знаете, мне кажется, такая OMG уже была. I have a Snowlicious, I have a alt girl, трендсеттер. Если ты захотела быть мною, детка промахнулась, такие лолки уже были. Альт-герл круче. LOL OMG настоящий Queen. Негаданно-нежданно вышла королевская роскошная коллекция, куда вошли 4 старшей сестры LOL и русалочка, сестричка для Splash Queen. Наконец-то мы ее дождались. Кукла в открытом наборе с дополнительными аксессуарами и одеждой. Ставьте лайк, если хотите на нее обзор. А фотографии других куколок я не нашел в интернете. Но они размещены в картинах, как настоящая Queen Ники Минаж. Да уж, друзья, это уже не LOL, сюрпризы! Неинтересно таких собирать и обозревать. Сюрприз-аксессуары? Нет. Давайте лучше посмотрим на их предшественниц. Кукол Bratz. У них вышла праздничная Фелисия в золотом солнечном платье. В сети появились живые фотографии коллекционных кукол Bratz на Комик-кон. Это Ясмин и Саша. Ждем Хлою и Джей. Кстати, появился новый бренд кукол Mermaid High. Школа русалок или жизнь русалкам. Может быть, они на самом деле существуют? Сюжет школы русалок наподобие H2O. В воде с хвостами, на суше с ногами. Магическое превращение. Колдовство. Производители этих игровых кукол, которые изначально напомнили мне смесь Ever After High, Hair Dorables и Winx. Появились промо-фото Travel LOL OMG путешественниц. Мне понравилась афроамериканка с дредами, но Хани Лышес, конечно, круче. И Ким Кардашьян. А еще в эту серию войдут шарики с куколками LOL. Да уж, уже надоели со своими перевыпусками, ничего нового придумать не могут. И каждая из этих кукол олицетворяет свою страну. На-на-на Сюрпрайз выходят со своими мимимишными семейками. Старшая, младшая и зверек. Плюшевый. Какая-то эволюция. У парочки из коллекции Movie Magic и третьего мальчика OMG появилось промо-фото. Мальчик похож не только на Джонни Деппа из фильма Плакса, но еще и на актера из фильма Бриолин 1978 года. Бриолин — это косметическое средство для ухода за волосами. Милая парочка на свидании, хочу в свою коллекцию. Друзья, спасибо большое, что были со мной. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал, нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о моих новых видео. Стараюсь только для вас. И также по возможности отправьте это видео своим друзьям, чтобы они узнали что-то новое. Что же происходит на кукольном рынке? Честно, хочется что-то нового, потому что подобные фэшн-куклы уже надоели. С вами был ваш Бига, Богдан Богом Дан.
Всех вас крепко обнимаю, люблю. Увидимся в новых видео. Муа!